Более миллиона казахстанцев уже приняли участие в онлайн-переписи населения. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов. В разрезе регионов Алматы лидирует по количеству опрошенных. Наименьшее число зарегистрированных в Атырауской и Североказахстанской областях. Этот центр обслуживания населения расположен в Медеуском районе Алматы. В среднем около 40 человек в день приезжают сюда, чтобы пройти онлайн-перепись. Электронная регистрация в районе пока охвачена 20 тысяч жителей. Хотелось бы призвать алматинцев и жителей Медеуского района принять участие. В этом году это очень удобно, и можно выбрать тот способ, который вам больше подходит. За 10 дней количество участников достигло 1 200 000 человек. Но, по мнению экспертов, это еще невысокие показатели. По мнению Фатимы Абдикуловой, чтобы вовлечь как можно больше населения, необходимо повсеместно объяснять значимость этого события. Важность переписи заключается в том, что это поможет узнать уровень жизни и здоровья населения. Также это покажет уровень образованности населения. Именно поэтому важно, чтобы как можно больше людей приняли участие и достоверно отвечали на вопросы. Активное участие в онлайн-переписи принимают и депутаты городского маслихата. Они призывают алматинцев не оставаться в стороне. Электронная регистрация минимизирует тесный контакт между людьми. К тому же это облегчает работу сотрудников, которые будут проводить обход по домам и опрашивать респондентов. Стоит отметить, что для граждан, не знающих, как зарегистрироваться в онлайн-формате, работают специальные уголки переписи в региональных департаментах статистики, ЦОНах, филиалах Казпочты и крупных торгово-развлекательных центрах. Динара Сабитова, Мирей Конопьянов, Медет Саматова, телеканал Алматы.